Мы выключили кондиционер, поэтому у нас душновато, но зато мы дышим. Я забыла сказать, что танцевала у нас Мария Камуса. Bhavaniashtakam. Bhavaniashtakam называется следующая молитва. Гимн великого ШанкарАчарьи. Не обязательно знать все эти имена и термины, но в ведическом мире, которому так или иначе я уже, в который я вплелась, ШанкарАчарья является одним из величайших учителей. И мы сейчас исполним буквально 4 куплета. И я зачту вам перевод, это невероятно красивая молитва Великой Матери. ШанкарАчарья к середине своей жизни пришел к тому, что все вокруг — это и есть она, Ама, наша Деви, наша прародительница. Не буду долго говорить, мы сейчас ее исполним, я вам прочту перевод.
ты мое прибежище, о великая мать. Я не знаю благотворительности, медитации и йоги. Я не знаю тантры, не знаю гимнов и мантр. Я не знаю ни пуши, ни порядка, ни ясно. Но у меня есть великое сокровище, и это ты, мое прибежище, о, великая мать Бхавани. Я не знаю добродетели, не знаю паломничества. Я не знаю освобождения, ни соединения с Высшим. Я не знаю ничего о преданности. Я не знаю обетов и аскез, о мать. Но у меня есть великое сокровище. Это ты, моя мать Хавай. Sarva Mangalam Bhavatu 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 Sarva Mangalam Bhavatu Bhavatu.